Ну, ясно дело, ну на самолет-то не похоже вообще. Самолет так не. Ну, шум был бы. Охренеть. Так не, ну оно сейчас вот поярче, скажем так. Блин, не видно. Ну. Ну оно замаскированное НЛО под облако. Сейчас. Вот оно, вот только. О, снялось. Отлично. Слушай, там шлейф прям инверсионный. Охренеть. Оно вот вертикальное. Слушай, фотоаппарат берет. Жалко, яркость упала. 8 крат, хоть и с цифровым зумом, она его берет великолепно. Обалдеть. Вот она два еще объекта выпустила, боковых. Боковые хуже видны. Вот один слева. Угу. Так, ну у меня времени хватит еще понаблюдать. Да, сенсация. Вот он, дом, допустим, виден. Вот, для гарантии. Вот дом. Это на расстоянии примерно где-то 4-5 километров от нас. То есть вот девятиэтажка где-то 150-200 метров. До 200, нет, 150. А это вот объект, который по яркости сравнить. То есть вот для яркости, вот, допустим, подъезд, вот свет. Он в инфракрасном диапазоне бьет, представляешь? То есть засветка идет по инфракрасному. Поэтому его и видно на матрице, иначе бы ее видно не было. Потому что у нее яркость, вот она перемещается, пошло в движение. Я ее потерял. Бинокль в моей комнате. А, извиняюсь, этот открыть шкафчик. За дерево. Ну вот я, ну вижу я его, я его вижу. Оно светит в инфракрасном диапазоне, кстати, смотри. Офигеть, это уже второй случай за полмесяца посещения нас таким вот объектом.